Походки, даже ночью, издалека они могут определить, девушка девственница или нет. Всем привет, меня зовут Мила Бог, приветствую вас на моем блоге. Сегодня у меня в гостях замечательная девушка, хороший мой друг, известная Евгения Одессы, Татьяна Ковалева. Мы поговорим сегодня про походку. Потому что походка, она влияет на то, какое у нас состояние внутри, так же, как и внутреннее состояние влияет на походку. Если мы внутри чувствуем себя неуверенно, и нам как-то грустно и не весело, то мы можем с помощью походки изменить это состояние. Угу. И точно так же, если у нас внутри все хорошо, то и по походке это видно. Это замечают люди, и если у женщины женственная красивая походка, то, конечно же, она привлекает взгляды. Если она хочет чего-то достичь, добиться, она приходит с уверенной походкой, и она, поверьте мне, легче добивается результата, чем если она будет ходить неправильно. А также физиологически важно распределять нагрузку равномерно. Поэтому, как тренер по йоге, я уделяю этому большое внимание, тому, как человек ходит, как человек стоит, на что опора идет. А скажи, вот модельная походка, она как-то отличается от женской походки? Конечно, отличается, и модели должны ходить, чуть заворачивая ногу за ногу, но это, конечно же, не повседневная походка. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да. Это не повседневная походка. Повседневная отличается. Как ты считаешь, вот какая повседневная? Как нужно ноги расставлять правильно, друг от друга, далеко или близко? В одну линию ходить или в пошире? Я была в этом году в Израиле, в пустыне бедуинов, и один бедуин поведал мне историю, что о походке даже ночью издалека они могут определить, девушка девственница или нет. Девственницы, они ставят ножки очень узко, делают маленькие шажочки. А те женщины, которые имели уже какой-то сексуальный опыт, они ходят более расслабленно и ножки ставят пошире. То есть, получается, это связано с опытом, но если ты знаешь эту небольшую тайну, то можно использовать себя как девственницу. На самом деле это зависит от закрытия и раскрытия таза. Если у тебя таз расслаблен, и, ну, конечно же, с опытом сексуальным таз раскрывается больше, хотя не у всех. Если таз расслаблен, раскрыт, то ходится намного легче, ну, походка легче выглядит, чем когда ты зажат и такой вот весь в напряжении. Но как ты все-таки думаешь, как правильнее ходить? Шире шаг делать или маленькие шажки? Ну, в смысле, ноги... расстояние между ногами? Нет, вот именно по расстоянию далеко друг от друга заваливать или рядом вот так делать шаги, как правильно ходить? Мне кажется, как-то или шире? В одну линию тяжело ходить, и широко это сильно в развалку получается. Я считаю, что нужно выбрать средний вариант. Да, правильно. Как ты думаешь, а как правильнее ходить? Руки как должны быть? Они должны двигаться и можно размахивать, говорят такой как термин семена, разбрасываешь семенисты, или как они должны быть? Ну вообще на подиуме руки должны быть прямо и минимальные движения, такие более-менее натуральные, чтобы не выглядит робот, зависит от показа, конечно, но движение руками должно быть минимальное. По жизни я хожу как придется, в зависимости от того, что у меня в руках. Да, чтобы чуть-чуть она помогала плыть. Помогала like плыть. A gorgeous goose. Ну, важно, чтобы, да, сильно не размахивать руками, но, тем не менее, чтобы были синхронные движения руками вместе с телом. А еще вот такой хороший совет, чтобы научиться держать руки. Женщины иногда ходят, как-то закрывая или грудную клетку, или живот руками именно, и руки вот как-то так кладут. Нужно, например, сумку не на плечо, и вот так вот идти, закрывая тоже все, руки сомкнуты, все. А так, чтобы сумочка была на предплечье, и ты идешь себе спокойно с сумочкой на предплечье. А вес сумочки какой должен быть? Вес сумочки должен быть так, чтобы помещался кошелек с тысячами по 100 долларов купюрами. Карточка, карточка. Ну да, карточка, да. Это еще легче. И все. И все, да? То есть большие, вот как у меня, не подходят. Ну, конечно, нежелательно, потому что будет перевес, и потом будет сколиоз, и скривление, и все. А что делать? А как же жить? Как жить? Как же выходишь же утром из дому, как обычно, и надо все взять на весь день.
Домой ты добираешься только к ночи. Вот как решить этот вопрос? Распределять тогда равномерно, может быть, если это ноутбук, то чтобы он был в другой руке. Ноутбук, отдельно. Форма для йоги. Форма для кроссовки, йоги. Кроссовки, возможно, платье на вечер. Ну, тогда тебе нужно на машине передвигаться, а не пешком. Но в таком случае, знаешь, я очень люблю использовать рюкзак, потому что рюкзак это намного безопаснее для здоровья, для спины. Ну и здоровья. А каблуки, как ты считаешь, лучше на каблуках ходить или на низком ходу для осанки для здоровья спины, поход, как? В повседневной жизни? Да. Ну, на среднем каблучке неплохо, или вот более на низком. Мне кажется, если много ходишь, даже хорошо одевать кроссовки, какие-то с удобной подошвой, обязательно легенькие, и можно так бегать по городу. Самый хороший для именно женщины, которая хочет выйти там в платье, в юбке на работу, и ей целый день ходить на каблуках приходится, 8 – это самый такой оптимальный. 8 – это сколько? 8 – это вот столько где-то, так вот, где-то, да. Это достаточно высокий каблук, но неважно, устойчивый или неустойчивый, важно правильно распределять нагрузку. Как ты думаешь, на какую часть, на пятку или на носок нужна нагрузку больше давать? Что мы делаем? Мы делаем шире шаги, помним, что идем в одной линии. Я заметила, вот, что у меня тяжелый ход, я даю на пятку. Правильнее на пятку. То нагрузка на спину идет меньше, и красивая походка выглядит, когда ты даешь на пятку. Когда ты заступаешь, первый шаг делаешь вперед, первое, что опускается, это пятка. И носок тянется вперед. Это такой важный тоже момент. Тогда поясница не страдает, спина в целом чувствует себя более здоровее. Мы не заныриваем вперед, но и так, чтобы стопа сразу же дальше опускалась вниз. Тогда равномерно весь тело опускается. А когда мы стоим устойчиво, то больше на пятку. А в основном все спускаются вниз к носкам, вот скатываются, когда вот это неправильное положение тела. Нельзя скатываться вниз. Спасибо.
Как ты думаешь, когда человек ходит, называется это утиные лапки, и ноги в размах идут, носки наружу. Как ты считаешь, это верная походка или нужно ходить прямо как солдатик по линии? Ну, когда немножко ножки расходятся, мне кажется, красиво, да. Нет, нужно ходить, чтобы стопа была ровно, тогда у нас нет раскачиванных бедер, тогда мы идем, не раскачиваемся, не расхлябанная походка, а четкая и красивая. Хорошо, по походке понятно. Ты говорила об уверенности женщины, о том, как она себя чувствует. Дай пару советов, как нам просыпаться богинями и оставаться богинями в течение всего дня, улыбаться, возможно, быть расслабленной. Как можно достичь этого состояния и находиться, главное, в нем все время? Потому что главный залог успеха – это стабильность, да? Главный залог успеха – это чувствовать себя хорошо и самой себе создавать настроение, потому что счастье, оно зависит только от нас. Если мы утром просыпаемся с желанием, чтобы день у нас был счастливый и жизнерадостный, то это мы должны себе запрограммировать с утра. Можешь сделать легкую медитацию на минут 10, где ты повторяешь про себя аффирмации. Я самая обаятельная, самая сексуальная, самая привлекательная. Плюс еще благодарность другим и миру вообще за то, что ты проснулась и начался этот день. Есть еще очень две хорошие техники, когда мы улыбаемся через силу, а еще ручку взять ручку в зубы и сжать, и нейронные связи, которые отвечают за то, чтобы вот у нас мы расплылись в улыбке, отправляют сигнал, что как бы жизнерадостное состояние веселое, и тогда улыбка становится естественной, тогда состояние начинается быть у тебя естественным. Хорошо. Таким жизнерадостным. Вот так вот. Да, именно, да. Можно, да, не ручку, главное не перекусить себе пальчик. И второй совет, да, мы идем, представлять, что на голове у нас корона, а не мешок картошки за плечами. Но корона — это значит, что не превозносить себя, персону свою, а значит то, что спина прямая, и как будто бы у тебя корона, и ты можешь другим давать тоже какие-то, просить о чем-то других людей. Не тащить все на себе, и такая вот лошадь, да? А у тебя корона на голове, ты королева, и ты идешь уверенно. Ты добрая королева, ты не приказываешь, а просишь. Не снежная королева, а добрая, с легкой улыбкой, мышцы лица снежную расслаблены. Королеву надо разморозить просто. Ну ладно, это другой разговор. Да, мышцы лица расслаблены. Да, легкая улыбка на лице, мышцы лица расслаблены. Это самое лучшее решение для того, чтобы быть уверенной. Спасибо, Таня, что пришла и поведала такие простые. Только никому не рассказывай больше. Я буду обязательно пользоваться этими советами. Подписывайтесь на мой канал. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне или к Тане, оставляйте их под видео. Мы будем рады вам на них ответить.